Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного осеннего Петербурга. Мы с вами сегодня в частном секторе, в черте города. И это даже не окраина. Здесь частные дома. Думаю, что когда-то это были дачи. Сейчас здесь дома, в которых живут круглый год. Очень удобно. Дом в городе. Гимнастлистики уже желтые. Если мы посмотрим направо, поле, а дальше, вы видите, там высотки стоят. Это осиновая роща. Короче, сейчас Парголово, осиновая роща. И только за этими новостройками, дальше-дальше, заканчивается Петербург и начинается Ленинградская область. В ту сторону, если мы проедем, прямо-прямо по Выборгскому шоссе, будет город Сертолово, в котором мы с вами тоже часто бываем. Он граничит с Санкт-Петербургом на севере. Север Санкт-Петербурга, и дальше пошла Ленинградская область. Я вот смотрю, что люди есть в этом поле. Они там что-то копают. Что за поле? И там машина вообще с другой стороны стоит. Тоже что-то копают. Не знаю, что они там копают. А здесь просто частный сектор. Но это крайняя улица возле поля. А вообще здесь улиц много. Вот дома. И если мы будем идти, не знаю, сколько это с метров, 500, 700, 800, мы дойдем до Выборгского шоссе. А там уже на Выборгском шоссе и магазинчики, и остановки автобусов. Вы видите, собачки охраняют. Одна из центральных улиц, и дорогу тут хорошо сделали. И вот так дальше идет частный сектор. Длинная улочка. А в другую сторону, если пойдем, мы дойдем до Выборгского шоссе. Здесь везде дома. Вижу даже улицу Шишкина. Улица Шишкина, 43. Шишкина, 20. Единственный минус в частном секторе, это что пешеходам негде идти. Обочина. Видите, как она маленькая. А зимой вообще, наверное, негде идти.
Есть такие вроде домики, совсем старенькие. А кто-то, может, там живет. Есть дома поновее. Есть постарше домики. Какая у нас красивая осень. Красные листочки тоже появляются. В конце видео, ребят, посмотрим где-то на карте. Не знаю, если продажу что-то увижу. Посмотрим, сколько здесь что стоит. Но вообще редко что продается. Место хорошее, удобное. Шишкина 8. Какой-то прудик здесь. Даже маленький. Какое дерево красивое. Осень. Еще улочка. В другую сторону маленькая улочка. И вот мы уже подходим к Выборгскому шоссе. Здесь, если что продается, то огромные дома. 400 квадратов, 300 с чем-то квадратов. Ну, получается, соответственно, дорого. Не знаю, может, этот квартирный дом, а может и нет. А вон уже Выборгское шоссе. Машинки бегут. Знак Выборгское шоссе. И если мы сейчас выйдем на шоссе, поедем направо. Слышите, как тут шумно, да, уже? Все, дорога пошла. Там тишина, тишина везде. Машин мало, а здесь шумно. Если мы поедем направо, это дальше будет Осиновая роща и Серкалово, Ленинградская область. А если мы поедем налево, автобусы выйдут, это уже дальше, ближе к Петербургу. Вот магазинчики уже здесь все начинаются. Выборгская 435. Магазины вдоль дороги, остановки. И там дальше Петербург. Все, ребят, хорошего дня, хорошего настроения. У нас только что... Мишка. Как низко самолетик пролетел. Даже как-то... Как-то так. Ой, низко. У нас вроде бы мы сейчас на севере, а пассажирский аэропорт на юге. Не знаю, ну летел самолетик. Все, ребят, в конце видео покажу, где это на карте. Это улица, посмотрим, есть ли здесь продажи что-нибудь. Давайте улицу посмотрим. Шишкина 3. Хороших вам дней, хорошего настроения. У нас сегодня полдня было солнце, голубое-голубое небо. Поэтому я думаю, так, надо, знала, что мы будем в частном секторе, надо с вами погулять. И вот, пока мы доехали, ой, как много уже красных листьев тоже. Домик с какими башенками дальше. Вот красные листья впереди. Пока мы доехали, уже набежали тучки. Может, и дождик будет, может, не будет. В общем, погода меняется каждые 20-30 минут. Сейчас набежали тучи, а через полчаса опять может быть голубое небо и солнце. Потом опять тучи и дождь. Потом опять голубое небо. То есть осенью как-то смена погоды происходит еще быстрее. Летом как-то хоть как-то по полдня, а то целый день солнце, сейчас все очень изменчиво. Так, я иду, а тротуара здесь нет. Машины едут. Все, друзья мои, пока-пока, прекрасной осени.